В центре Киева остатки баррикад и выбитая брусчатка. Последствия противостояния активистов и правоохранителей. Утром в столичной квартире экс-губернатора Одесской области, лишенного украинского гражданства Михаила Саакашвили, прошли обыски. Бывшего президента Грузии задержали сотрудники ГПУ и СБУ, посадили в авто. Однако активисты заблокировали проезд и освободили Саакашвили. Беглый олигарх, регионал Сергей Курченко, выплатил людям Михаила Саакашвили 500 тысяч долларов, заявил генпрокурору Юрий Луценко. По его словам, Саакашвили пытался устроить на деньги Курченко реванш прокремлевских сил в Украине. Бывшему президенту Грузии вменяют содействие участникам преступных организаций. Генпрокурор на брифинге продемонстрировал запись разговора Саакашвили с Курченко. Как рассказал генпрокурор, приближенное лицо Саакашвили Северёна Дангадзе задержали в Полтавской области и предъявили два подозрения в госизмене и сотрудничестве с преступной группировкой. Перед этим во Львове задержали сопровождающего Дангадзе Назара, постоянного консультанта в Комитете Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики. По словам Луценко, у него изъяли сумку с документами по расходам средств Курченко на автобусы, телевидение, питание и подкупы разных лиц, в том числе журналистов. На одном из сайтов была опубликована информация о платном массовом сборе активистов на митинг партии Саакашвили 17 октября. Громадянин України Северіон Донгадзе за узгодження із самим Саакашвілі звернувся через довірену особу до Сергія Курченка, що переховується від переслідування українських правоохоронних органів в місті Москва, з пропозицією установити стабільне фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів організованого злочинного групування. Нами зафіксовано отримання з російського боку до оточення Саакашвілі близько півмільйона доларів Сполучених Штатів Америки, приблизно половину суми якої було вручено Северіону Донгадзе під контролем українських спецслужб. Слышали, що говорив Луценко, Михаил? Не вбивай, що говорив Луценко, вони вживі тварі. Отбиты своими сторонниками от силовиков, Саакашвили присоединился к митингу под зданием Рады. Как заявил генпрокурор, у активистов есть сутки. Затем правоохранители примут меры против участников протеста. Виктория Вашкевич, медиагруппа «Объектив».